Джессика Джеймс и Скайлор Краф, 32 и 38 лет, были арестованы в Южной Каролине, США, за то, что они оставили своего щенка немецкого дога Люцифера голодать до такой степени, что ему пришлось съесть собственную лапу. Сосед пары был тем, кто сообщил в полицию о случившемся, увидев ужасную ситуацию, когда собака жила в доме на Эджвуд Драйв. Люцифер был найден в плохом состоянии, раненый, связанный, без еды и воды поблизости. Джеймс и Краф представили разные версии, пытаясь оправдать свои действия, а также утверждая, что они пытались вылечить травму лапы собаки дома, потому что они не могли позволить себе оплатить счет ветеринара. Щенок в настоящее время находится в центре по уходу за животными и был переименован в Люка. Хотя он начал лечение, ситуация, в которой он оказался, осложнила его выздоровление, у него ужасная инфекция в том, что осталось от его лапы, он также страдает от проблем с кишечником и у него слишком много накопленного стресса. Люку предстоит операция по удалению остальной части его конечности, чтобы избежать дальнейшего заражения. Позже Джессика Джеймс и Скайлор Крафт были арестованы и обвинены в жестоком обращении с животными. А Люку можно только пожелать скорейшего выздоровления и обрести по-настоящему любящий дом. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.